Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа, вы на канале Тики Спать, и я Тики. Сегодняшняя тема Raid Shadow Legends, что покупать на рынке, а что покупать не стоит. Так как обновился месяц, соответственно, обновились все покупочки у нас, сейчас я вам все расскажу. Итак, начнем с первого, что покупать нужно, 100%. Первое, у нас доступно на рынке 5 раз за месяц покупка синего кристалла. Рарок. Соответственно, их мы забираем в любом случае. На этот счет у вас всегда должно быть припасено 200, 400, 600 тысяч в день серебра. Далее мы забираем все зеленые осколки для того, чтобы открывать с них, соответственно, корм и, возможно, даже там трехзвездочных героев. Далее мы покупаем сапоги на скорость. В данный момент аккаунт находится на среднем уровне развития. 3 звезды очень мало. На начальном уровне развития это была бы очень крутая шмотка за 48 тысяч серебра. Потому что сапоги надо всегда на скорость персонажу делать. В любом случае, ребят, кто бы что ни говорил, кто бы вас ни заставлял, короче, всегда на скорость, ребят. Скорость, скорость, скорость. Это скорость и меткость — это одни из самых важных параметров в этой игре. Далее мы покупаем легендарные вещи, если они нам подходят на статы. Ну, например, вам подходит, да, там перчатки на какой-нибудь там процент атаки. Вам надо сделать, там, выполнить миссию и так далее. Вот эта перчатка, она достаточно неплохая. Для среднего уровня развития игры, для начального уровня, она даже очень хорошая. Тут есть скорость, тут есть атака в процентах. По шмоткам, естественно, вы знаете, что лучше в процентах основной стат всегда было, есть и будет. Вот, это 100%. Соответственно, из тех шмоток, которые у меня сейчас есть, топовыми считаются, вернее, из того, что мне сейчас предложили, вот это мы покупаем, вот это мы покупаем. Героев очень часто покупайте, потому что по героям, их иногда не хватает, чтобы слияние, там, кубы делать и так далее. Вот, вы их покупайте, пожалуйста. Вот, то есть это хоть они много стоят, но вы их все равно покупайте. Они очень часто помогают в кормежке. Здесь еще из топового шмота очень часто, кстати, выпадают легендарки. Раз в день где-то падает легендарка, если там... Вот, то есть, в принципе, можно их забирать, если они 4, 5, 6 звезд, соответственно, смотря какой уровень развития у вас. Вот, вы их забираете. Здесь я бы еще перчатки забрал, потому что они на процент атаки мне такие нужны. Вот, и я их, скорее всего, заберу. Да, я их заберу. Потому что 5 звезд для меня это... Так, стоп, у меня нет места. Да, и еще один совет. Обновление рынка за 5 алмазов, оно того не стоит. Я лично потратил порядка что-то типа 100-200 алмазов. Синенького не упало. То есть просто ждите стандартного обновления. Вам его хватит, чтобы забрать свои стандартные 5 рарок по осколкам. В принципе, все по советам. То есть еще раз, вы, наверное, не знали, что тут бывает 5 синих осколков. Соответственно, это по 200 тысяч, это миллион серебра в месяц надо на них откладывать. Сапоги на скорость покупать. И все есть шмот, который вам может пригодиться по статам. Смотрите, тут шмотки. Тут не надо это динамить, то есть это надо проверять, покупать. Здесь надо еще героев в любом случае забирать на кормежку вот этих вот двух героев. И надо забирать шмотку. Я почищу склад и заберу вот эту шмотку перчатки. Они топовые для меня сейчас. И если бы начальный уровень этапа развития аккаунта был, я бы забрал бы вот эту шмотку. Хоть она такая себе, но она на скорость. Вот, сапоги на скорость — это топовая тема. В принципе, все. Есть какие-то вопросы, давайте в комментариях буду отвечать. Вы были на канале TK Спати, я TK. Всем доброго дня. Пока-пока.